Основная цель проекта «В твоей руке моя рука» – профилактика социальной исключенности бывших несовершеннолетних узников фашизма, что подразумевает активное вовлечение пожилых людей в общественную работу, а также содействовать диалогу поколений. Участие в такой благородной миссии приняли студенты-волонтеры Брестского государственного университета имени Пушкина. В течение 2 лет они сопровождали людей третьего возраста в их начинаниях. Молодежь постигала мудрость жизни, а пожилые люди совершенствовали свое мастерство овладения современными технологиями и все больше знакомились с поколением 21 века. Это уже не первый опыт реализации социальных проектов. В этом проекте мы также являемся партнерами. Пожалуй, особенно большую роль сыграло проведение разговорных кафе, когда в неформальной, в естественной обстановке за чашкой чая наши студенты, молодежь современная и пожилые люди, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, имели возможность лучше друг друга узнать. Цель программы, мы для себя ее ставили и считаем, что мы ее достигли. Первое – это улучшение социальной жизни, психологической жизни бывших узников фашизма путем вовлечения их в общественную деятельность, в общественную активную жизнь. И второе, мы считали, что есть необходимость развития диалога между пожилым поколением и молодежью. Вот эти две основные задачи мы перед собой ставили, и я считаю, что мы что-то в этом плане сделали, какой-то результат есть. Сегодня пожилым людям особенно нужны наша поддержка и внимание. Многие еще полны сил, чтобы участвовать в концертах и мероприятиях, посещать выставки и путешествовать. Проект «В твоей руке моя рука» помог людям третьего возраста раскрыть таланты и почувствовать свою необходимость в обществе. Сегодня профинансировано 72 проекта на территории Беларуси. Это много. И общая сумма приближается к 2 миллионам евро. И в каждом из этих проектов предполагается взаимодействие пожилых и молодежи. В каждом из этих проектов мы общаемся с целевой группой, мы выслушиваем мнение целевой группы, мы анализируем изменения, которые с целевой группой происходят, и однозначно можем утверждать, что взаимодействие с молодежью позитивно, положительно влияет как на самих пожилых, военное поколение, так и на молодежь. Проект получился. Проект, я могу уверенно, с уверенностью сказать, что оказался успешным, и цель наша достигнута. Наши пожилые, бывшие несовершеннолетние узники, в том числе бывшие несовершеннолетние узники фашизма, стали более активными, позитивными, более, ну я бы сказала, жизнелюбами. У них проявился интерес к жизни, они поделились своим опытом жизненным, своей мудростью, своим вот тем потенциалом, который в общем-то, с годами накапливался. За 2 года пожилые люди по-настоящему сдружились с молодежью. Они поддерживают теплые отношения, потому любят за чашкой чая обсудить насущные проблемы. Сегодня у территориального центра и университета имени Пушкина есть предложение по возможному расширению границ проекта. Однако это уже другая история.